Знаешь, это берешь лучка пучочек в солонку, он бедный хрустит в зубах, во рту крепнет и аж начинает гореть. Тут его пивком заливаешь, и он тухнет. Вот такой процесс. Но я могу и в сторонку. Запах чем хорош? Не хочешь, чтобы пахло? Отойди. Вот многие спрашивают, как бороться, запах изо рта. Очень простой метод. Отойди к чертовой матери, и запах вместе с тобой. Так же точно. Что-нибудь наговоришь? Тут же отойди. Не стой в этом во всем.